بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Уважаемые гости нашей программы, на прошлой передаче мы начали разговор о двух сыновьях Адама, рассказе о них, рассказе, который приводится в Коране. Мы сказали о том, что два сына пророка Адама, мир ему, Хабиль и Кабиль, оба принесли жертву Всевышнему. Но от первого Всевышний принял его жертву, а от второго нет. Тогда тот, от кого жертва не была принята, обезумел от зависти и решил убить своего брата, от которого жертва была принята. Он сказал ему: «Я непременно убью тебя». Что же произошло дальше? Послушаем продолжение этой истории, поведанной нам Всевышним Аллахом. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين Первый сын ответил: «Воистину Аллах принимает только от богобоязненных. Если ты протянешь ко мне руку, чтобы убить меня, я все равно не протяну руки, чтобы убить тебя. Поистине я боюсь Аллаха, Господа миров. Я хочу, чтобы ты понес грех, совершенный против меня, и свой грех, и оказался среди обитателей огня, ибо таково воздаяние несправедливым притеснителям». Итак, Кабиль, от которого Аллах не принял жертвы, сказал своему брату, что непременно убьет его. «Но в чем моя вина?» – спросил его Хабиль. «Не я виноват в твоей беде, а ты сам, ибо Аллах принимает только от богобоязненных. У тебя же нет богобоязненности, поэтому Аллах и не принял от тебя твоей жертвы». Обратите внимание на эти слова. «Воистину Аллах принимает только от богобоязненных». Это очень важные слова. Они указывают на огромное значение такой вещи, как богобоязненность. По-арабски богобоязненность – таква. Что такое таква? Таква – это принятие человеком всех мер для того, чтобы оградить себя от наказания Аллаха. Каким образом можно это сделать? Выполнять приказы Аллаха, надеясь на его награду, и сторониться всего, что запрещено Аллахом, боясь его наказания. Вот это и есть богобоязненность. Богобоязненность – причина обретения человеком счастья в обоих мирах. О, сколько блага она приносит! А сколько зла оберегает! Во-первых, богобоязненность – причина принятия наших дел Аллахом. Тот, кто соблюдает приказы и запреты Всевышнего, делая это искренне ради Аллаха, и так, как этому учат Коран и Сунна, и тем самым желает уберечься от гнева и наказания Аллаха, вот тот получает в награду то, что Аллах принимает от него его благие деяния. Намаз, мольбы, пост, оразу, хадж, жертвоприношение, курбан, милостыню, садака и так далее. Вот почему Хабиль сказал Кабилю, объясняя ему причину отвержения его жертвы: «Воистину Аллах принимает от богобоязненных». То есть отсутствие у тебя, о Кабиль, богобоязненности и стремления избежать наказания Аллаха и стало причиной того, что твоя жертва была отвергнута. Далее, богобоязненность делает человека одним из самых почтенных людей у Аллаха.
Всевышний говорит: «Инна акрамакум индаллахи аткакум». Поистине, самый почтенный из вас перед Аллахом – наиболее богобоязненный из вас. Далее. Богобоязненным людям Всевышний Аллах посылает дозволенные и благие средства к существованию. В Коране сказано: «Вамай яттаки ля яджаллаху махраджа, ва ярзукху мин хайсу ля яхтасиб». А кто боится Аллаха, тому Аллах дает выход и наделяет его средствами к существованию оттуда, откуда он и не ожидает. Богобоязненным людям Аллах облегчает их дела. Всевышний говорит: «Вамай яттаки ля яджаллаху мин амрихи юсра». А кто боится Аллаха, тому Аллах облегчает его дела. Кроме того, богобоязненность – причина очищения от грехов, причина получения от Аллаха прощения и великой награды. Всевышний Аллах сказал: «Вамай яттаки ляха юкаффир ану сайиатихи ва юзим лаху аджра». А кто боится Аллаха, того он очищает от грехов и дает ему великую награду. Кроме того, богобоязненность – причина получения от Аллаха помощи и победы. И она же позволяет получить любовь Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «Инна Аллаха маль-лазина ат-такав валь-лазина хум мухсинун». Поистине Аллах с теми, кто богобоязнен, и с теми, кто совершает благие дела. И Аллах, субхану ва тааля, сказал: «Инна Аллах юхиббуль муттакин». Поистине Аллах любит богобоязненных. Богобоязненные люди являются угодниками Аллаха, аулия. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Аля инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва лахум яхзанун, аллазина аману ва кану яттакун». О, поистине угодники Аллаха, нет над ними страха и не будут они печалиться. Это те, которые веровали и были богобоязненными. И, наконец, богобоязненность спасает человека от адского огня и вводит его в рай. Всевышний говорит в Коране: «Васаюджаннабуха аль-атка», и будет защищен от него, то есть от адского пламени, богобоязненный. И говорит Всевышний: «Тилька аль-джаннату ллати нурису мин ибадина ман кана такия». Это тот самый рай, которые мы даем в наследие тем из наших рабов, которые были богобоязнены. Дорогие братья и сестры, богобоязненность, таква – это самая главная наша провизия и багаж на пути к Всевышнему Аллаху и Его раю. Это самое лучшее, чем мы можем запастись в этом мире. Всевышний Аллах сказал в это: «Завваду». فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. И запасайтесь провизией. Но поистине, лучшая провизия – это богобоязненность. Так бойтесь же меня, о обладатели разума. О рабы Аллаха, помните, что жизнь коротка. Что жизнь коротка, а смерть внезапна. Запасайтесь богобоязненностью, ибо никто из нас не знает, если настанет ночь, то доживет ли он до зари. О, сколько здоровых и крепких людей умирают, не имея недугов, и сколько больных людей живут еще некий срок. О, Сын Человеческий, с каждой секундой ты приближаешься к смерти, а она приближается к тебе. Ты стремительно движешься к концу твоего земного срока. Дни нашей жизни пролетают мимо, словно придорожные столбы. Есть ли что-то в этой жизни реальнее, чем смерть? Но эту реальность заслоняют от нас наши далекие планы и мечты. Как отвратительно, когда человек пренебрегает служением Аллаху в молодости. Но еще ужаснее, когда он забывает об Аллахе тогда, когда голова его пылает сединой. Приложи все свои усилия, чтобы уйти из этого мира с багажом богобоязненности, ибо жизнь твоя – это сумма дней, которых совсем немного. Желая для людей счастья,
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, очень часто заповедовал им богобоязненность. В своем прощальном хаджа он произнес в проповеди такие слова: «Иттакуллаха раббакум, васаллу хамсакум, васуму шахракум, ваадду заката амваликум, ваатиу за амрикум, тадхулу джанната раббикум». «Бойтесь вашего Господа, совершайте 5 предписанных вам ежедневных молитв, намазов. Поститесь в установленный для вас месяц, выдавайте милостыню в закат с вашего имущества, подчиняйтесь вашим руководителям, и тогда войдете в рай вашего Господа». Вернемся к нашей истории. Итак, Хабиль объяснил своему брату, желавшему убить его, что Аллах не принял его жертву из-за отсутствия у него богобоязненности, ибо Аллах принимает только от богобоязненных. Далее он сказал ему следующее: «Если ты протянешь ко мне руку, чтобы убить меня, я все равно не протяну руки, чтобы убить тебя. Поистине я боюсь Аллаха, Господа миров». Посмотрите на слова этого праведного, верующего, благочестивого человека. Он говорит своему грешному, нечестивому брату, который угрожает убить его безвинно: «Я не отвечу на твои греховные действия подобными. Я не хочу уподобиться тебе в грехе. Ибо я боюсь Аллаха, Господа миров. Я боюсь встретить его, совершив что-то, что противоречит его воле, пролив несправедливо кровь». Вот что делает вера с человеком. Вера, иман, она побуждает его ко всему хорошему, она защищает его от совершения всего дурного и злого. Воистину, она толкает человека на великие подвиги. Вспомним пример Абу Бакра. Абу Бакр был самым близким соратником нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И Абу Бакр – лучший человек в мусульманской общине после ее пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Когда мекканские многобожники посягнули, покусились на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, вера Абу Бакра побудила его бесстрашно встать на защиту посланника Аллаха. И он сказал: «Неужели вы хотите убить человека только за то, что он говорит, мой Господь Аллах?» В другой раз произошло следующее. Пророк побудил людей давать милостыню на пути Всевышнего. Вера Абу Бакра побудила его пойти домой и принести все свое имущество в качестве милостыни. Садак. «У Абу Бакр, а что ты оставил своей семье?» – спросил его пророк. «Я оставил им Аллаха и его посланника», – ответил Абу Бакр. Вот каким делает человека искренняя вера. «Я боюсь Аллаха, Господа миров», — сказал Хабиль. «Страх перед наказанием Аллаха, знание, что Аллах видит и слышит тебя, где бы ты ни был, что Он ничего не забывает, ничего не упускает из виду, это заставляет верующего отказываться от прегрешений и злодеяний. Чем сильнее в человеке вера, и чем усерднее он поклоняется Аллаху, тем больше страшится его». Страшиться как на людях, так и находясь в уединении. Абу Зарр, один из сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, он сказал: «Мой возлюбленный», то есть пророк, саллаху алейхи ва саллям, «мой возлюбленный завещал мне бояться Аллаха так, как будто я вижу его. А если я и не вижу его, то ведь он меня видит». Некая женщина оказалась одна в пустыне. И бедуин начал склонять ее к греху прелюбодеяния. Он стал говорить ей: «Не бойся, не бойся, ведь нас не видит никто, кроме звезд». Она же сказала в ответ: «О горе тебе, а как же Господь звезд?» Затем Хабиль сказал своему брату: «Я хочу, чтобы ты понес грех, совершенный против меня, и свой грех, и оказался среди обитателей огня, ибо таково воздаяние несправедливым притеснителям». То есть, я не буду сражаться с тобой, если ты начнешь сражаться со мной.
Я удержу свои руки, ибо я хочу, если произойдет убийство, чтобы оно изошло не от меня. Чтобы ты, а не я, понес тяжесть греха такого убийства. В дополнение к своим другим грехам. Чтобы ты оказался в адском огне. Кроме того, человек, который притесняет кого-то, человек, поступивший с кем-либо несправедливо, в судный день будет расплачиваться с тем, кого он обидел, обругал, оскорбил или убил своими праведными, добрыми делами. А когда у него уже не останется добрых дел, то будут брать грехи того человека, кого он обидел, и бросать на него. Такова участь беззаконников, такова участь угнетателей, притеснителей. Габиль произнес эти слова, желая вразумить своего брата, желая отвести его от дурных намерений, желая устрашить ожидающие его кары и тем самым спасти его. Он стал пугать его адским огнем, нестерпимым и самым мучительным из всех существующих страданий, но его брат не устрашился. Он не остановился и не отказался от своих намерений. О том, что произошло дальше, мы поговорим во время нашей следующей встречи. Иншаллаху тааля. Да хранит вас Аллах. Ассаляму алейкум. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون